Поскольку все мы люди русские и любим эту природу нашу, и помним, что когда-то у нас были вместо машины, пробок и всего, у нас были тройки, кони. Начинаем мы нашу с песни с русской «Запрягу я тройку борзых». Его любили, играли, вот, как говорится, между делом безделье. И, в общем-то, и в спектаклях он звучал. И потом, в конце концов, он вообще стал уже просто, я бы сказала, визитной карточкой России. А написал его замечательный поэт крестьянский, слова написал Цыганов. Вот, музыка Варламова «Красный сарафан». Щеченьках маковые цветы прискучают.
Тоскуешься ты, прискучал за бабушки, тоскуешься.